Ну что, мастера посетила сегодня, вернее, вчерашнего дня поломка. На моем смартфоне микро-CD-карта накопительная отказалась работать. Вот смотрите, заходим мы... Так, память, дополнительно. Вот карта памяти. Не поддерживается. Если мы нажимаем, настройка, просит отформатировать карту памяти. Это происходит очень долго, в течение 10 минут, и не дает положительного результата. Что я, ребята, не... Мне жалко файлов. Жалко файлов, которые там находятся. Что? На ютубе я нашел ролик, где человек предлагает прогревать карту памяти. Вот, смотрите, при вас сейчас вытаскиваю. Оп. Вот, на 16 гиг она. Не из дорогих, но все равно жалко файлы. Он предлагает прогревать ее. Ну, в принципе, я так задумался. Действительно, данный метод должен иметь... место в жизни, так как, например, на ноутбуках прогревают мосты. Это, конечно, временное решение, только так, знаете, для продажи сразу оговаривается их. Давайте мы прогреваем вам мосты, они там не более месяца пробудут. Точно так же, я думаю, что и здесь можно будет. Итак, нужна нам паяльная станция. Ставим на 250 градусов и будем каждую сторону прогревать по 10 секунд. И будем пытаться после каждой попытки, ну, не более 3 попыток мы сделаем, поставим в телефон, вдруг заработает. Получится, не получится. Если не получится, для вас будет уже... Вы не будете с этим трахаться, не тратить время на жизненное время. Поехали, короче. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Горяченько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой. Подождем, пускай остынет чуть-чуть и вставляем. Первая попытка не увенчалась удачей. Карта памяти. Да, блин, энергетика пропадает. Не поддерживается. Вторая попытка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11. Ох, горяченько, давайте. Надеюсь на положительный результат. Должно прогреться уже. Законнектится все там. Ну давай. Так, все тоже. Так, что у нас? Не поддерживает карта памяти, твою мать же. Форматируем. Если мы нажимаем, оно вот так будет висеть секунд, минут 10. Ну, давайте третий раз, еще будем больше прогревать. Ну что, ребята, я разозлился уже, навалил на этой паяльной станции максимум 450 градусов, максимальный обдув по минуте на каждую сторону. Не поддерживает карты памяти. Так что, если вы, ребята, будете там выставлять 250 градусов, ничего не бойтесь. Вот, посмотрите сейчас, в каком состоянии корпус... микро-CD-карты. Он спокойно выдержал 450 градусов, ничего с ней не случилось. Судя по комментариям, я почитал, у многих получилось, у меня не получилось. Не знаю, в чем причина, но вот так вот, ребята. Данный, как вариант восстановления CD-карты, у меня не вышел, нет у него жизни. Вот так вот, было интересно, не было интересно, поставьте лайк. Не было интересно, дизлайк поставлю, поставьте вообще. Вот так вот грел на молоточке. Не было, нету результата, ребята. Нету. CD-карта умерла. Умерла. Походу здесь совсем, я не знаю даже, что тут содержимое. Какая-то флеш-накопитель, процессор, что-то здесь, что-то умерло совсем. Ну все, всем пока-пока, удачи. Конечно, в комментариях, ребята, напишите, может у кого-то есть метод, который получился восстановить CD-карту. Поделитесь в комментах.